ересектер арасында әлем чемпионатын 2 мәрте жүлдегер атанып үлгерген боксшы. Және бір қызығы, бұл екі боксшы соңғы әлем чемпионаты. Итак, долгожданный поединок. Две желтые. Нашего спортсмена. Где где-то первый раунд, итак, давайте. Ну, сейчас Европа до того рука. Чайба Суп из Таиланда, я Байхан Жусупов. Рада, что даже здесь, далее от нашего Казахстана, поддерживает публика. И наши болельщики, Байхана Жусупова. Воспитанник знаменитой абайской школы бокса. Безусловно, самым, наверное, известнейшим боксером-любителем и выходцем абайской школы бокса является Серик Сабиев. Работает справа основа нестойки Жусупов и очень здорово сейчас на ближней дистанции несколько апперкотов передней рукой нанес Аблайхан. Аблайхан Жусупов в первом поединке этого турнира смог одолеть спортсмена из Монголии. А вот что же касается его соперника из Таиланда, Вичай Масука, то он одолел спортсмена из Бахрейна. Чуть меньше 2 минут до окончания первого раунда. И да, судя по всему, Аблайхан Жусупов выглядит более, скажем так, точным. В первом раунде выжидает своего соперника Масук, который также работает в правосторонней стойке. Уходит с линии атаки, весьма технично это делает Аблайхан. Чуть меньше 1 минуты до окончания первого раунда, и пока что действительно успех Жусупов, свой успех уже увеличивает. Джеб. Безусловно, на плечах у него сегодня большая ответственность. Ну, потому как все 8 боксеров в своих категориях нашей сборной выступают в четвертьфинале, и не хотелось бы потерять ни одного из этих боксеров. Также в вечерней сессии у нас будут выступать представители женской сборной Рябец и Хальзер. Сейчас пытался нанести несколько ударов в углу тайский боксер. И первый раунд заканчивается. Давайте посмотрим, что же скажут судьи. Как оценят? Ну, я думаю, что нет сомнений. Первый раунд. Более точным. Если его соперник несколько даже очень активных ударов смог нанести по голове своего соперника. Так, все 5 судей дают предпочтение нашему Жусупову. Ой,
Итак, второй раунд. Начался с прессинга. Ичай Масук. Да, и такое даже бывает. По всей видимости, разозлил немного нашего спортсмена. Спортсмена из Таиланда. И включается уже на полную. Захожу с лупов. Да, действительно, самые интереснейшие поединки. Это, конечно же, сатничный финал. Особенно, когда на кону стоит олимпийская путевка. Большой опыт и у Жусупова, и Масука. Более 40 боев провел в своей карьере Ичай Масук. А Владимир Жусупов провел более 60 боев в своей карьере. Участвовал на двух чемпионатах мира. В Гамбурге в 2017 году стал бронзовым призером. И прошедшим чемпионате мира в Екатеринбурге стал также бронзовым призером. На чемпионате Азии, который проходил в Ташкенте, смог завоевать серебряную медаль. 23 года всего лишь этому боксеру. Пророчит, конечно же, большое будущее Ильхану Жусупову. Ну и также очень успешно выступал на молодежном уровне Ильхан Жусупов. Занимает центр ринга и держит сейчас на дистанции своего джеба. Очень хорошо работает передней рукой. И здорово попадает сейчас при попытке входа в ближнюю дистанцию левым хуком Жусупов. Чуть меньше 1 минуты до окончания второго раунда. Корпус удар слева. 45 секунд до окончания второго отрезка этого поединка. Так, пытается все-таки достать ударами спортсмен из Таиланда, но не получается. Пока что видит все попытки атаки Жусупов и первый же малейший же, скажем так, возможности нанесения контратаки делает весьма успешно. Уклоняется от ударов и второй раунд заканчивается. Там нанес несколько ударов уже по окончанию второго раунда под гонг. И нас ждет третий заключительный раунд этого поединка. Да, на этот раз один судья дает победу спортсмену из Таиланда, четверо дают победу нашему спортсмену Аблахану Жусупову. Итак, третий заключительный раунд этого поединка. Давайте наблюдать. Әдірше Қазақстандық бокс үшін барлық ойдағдай екінші раундта. Бір ғана төреші Сайландық боксшыны жеңімпаз деп есептеп отыр. Алғашқы раунд толықтай Абылайханның қолында болды. Екінші раундта, соңғы раундты кешіңіздер, үшінші раундты. Дәл осындай мәнерде жалғастырады деп үміттенеміз. Бұған дейін бұл екі боксшы өзара жұдырықтасып үлгерген әлем чемпионатының 1-4 финалында жоғарыда айтып кеткен болатынбыз. Дәл сол жекпе-жекте Абылайхан еш қиындықсыз жеңіске қол жеткізді. Міне бүгінде Абылайханнан осындай бір
керемет жеңістік темз әрине. Те жақса? Конечно, ақшы жасы алып қойсам жүнді болады. Не? Қалан сырты, бірақ не? Ол жақта қандай екен ақты? Бұл Жекпе-жектің жеңімпазы еш қиындықсыз. Басын түсті. Екі Абылай ханды жартылай финалда өте ауыр жекпе-жек күтіп тұр деген сөз. Не осылайша соңғы жартылай финалға алды. Жартылай финалға жолдамалады. Спортшы анықталады және Абылай хан қазір олимпиада ойындарына өте жақын қалды. Жалпы бұл жігіттің мойында үлкен жауап кешілік бар екен. Барлығымызды түсініп отырмыз. Соңғы 4 олимпиада қатарынан әл осы 69 келі салмақты қазақ боксшылары өз меншігіне алып алған. Бақтияр Артаев бастаған болатын 2004 жылы, одан кейін Бақыт Сәрсекбаев, 12-ші жылы Сәбиев, 16-ші жылы Елеусінов, дәл осы 69 келі салмақта топ жарған еді. Жалпы бокс әлемінде дәл осы орта салмақ қазақтың салмағы деп аталады қазіргі таңда. Және күлі қазақ бокс жанкүйері әрине Абылай ханды болашақ олимпиадада топ жарады деп үміттенеді әрине. Бұл қалыптасқан керемет дәстүр, және оны жалғастырса өте керемет болар еді әрине. Осымен 5-ші олимпиада қатарынан қазақ боксшылар бұл салмақты алып жатса екен әрине. Төрешілердің шешімі